Привет, привет, дорогие друзья! Привет. Добро пожаловать в новый влогмас, новый день. У нас сегодня 17 декабря, и начинаем мы сегодня новый влогмас с Клондайка. Чик-чик-чик! Наконец-таки сегодня открывается у нас новый мир. Ну, по крайней мере, нам так обещали. Давайте зайдем, посмотрим, открылся он или нет. Сейчас будем играть. Наверное, еще скачивать придется по-любому тут. Да. Забираем подарочек. Что нам сегодня тут? Так, подарочек. О, площадь знаний и тропы истории. Показать. Есть, замочек открылся, ребята. Класс, вообще супер. Открылся. Давайте быстренько соберем все дела сначала на ферме. Так. Все хватаем, все хапаем быстренько. Скорее. Я вот еще вам не показывала мой тортик. Вот он. Фонтан торт я его называю. Пусть будет торт, пофиг, короче. Он делает вот такие вот печеньки новогодние, вкусненькие. Вот, мы собираем. Я поставила его сюда, смотрите, тут у меня дорожка, два заборчика еще прикупила. Вот, да, все как надо, все как положено. Ну что ж, отправляемся, пожалуй, на площадь знаний. Отправиться. И у нас началось скачивание ресурсов игры. О, долго не скачивалось. Первая прогулка Пола и Кейт по праздничному Доусону была прервана странным событием. Рождественский дух стал покидать наряженные дома. Опять, что ли? Только я дух Рождества возвращала. Опять лис, смотри. Все праздничное настроение Доусона исчезало на дне мешка, который держал мальчик в маске лисы. Герои увидели, как вор прыгнул в какой-то странный портал и последовали за ним. Это мальчик, что ли, был в маске лисы? Угу. Я думала, это лис какой-то ходит. Получаем всего одну монетку. Гоняясь за вором по загадочному миру и истории, героям удалось узнать его имя — Чарли Фокс. Они почти схватили его, но вор ускользнул, прихватив с собой звезду из городской легенды. Что же делать теперь? У сэра Чейнли была одна идея. Так, еще, наверное, монетку-то тут, да, нам запрочитанная. Смотри, идет, вот идет, пришел куда-то. Это он тыбзит все. Засасывает все в мешок. Вика вон там тоже сидит, шпарит свой Клондайк сбоку. Ха-ха-ха, я уберу эти мерзкие улыбки с лиц жителей Доусона. Вы все пожалеете, что забыли Чарли Фокса. И смылся. И мы... Почему мы вообще должны помнить, кто он такой? Этот негодный мальчишка как-то связан с легендами нашего города. У меня есть одна идея. У нас в Доусоне отличная библиотека. Она прямо за углом. Мы можем поискать там упоминание о нем. Вот, видимо, отправляются они в библиотеку. Так, мы находимся где-то вот тут. А наш тот городок больше вообще не виден. Мам, зайди сюда. Не надо пока, Вика, заходить. Я здесь посмотрю. Вот опять домики стоят, но городка нету. Так, что нам надо? Отыщите библиотеку. Библиотека где-то здесь, поэтому давайте отправляемся и собираем мешочки. Открыли. О, а вы не это здание ищете, а думаете, я настолько глуп? Будут вам городские легенды. Так, и он, видимо, сюда тоже бежит и залезает в портал очередной. Все, да? Нет, гордость Доусона, орет этот. Она была построена на муниципальные деньги. Ох, когда я доберусь до этого мерзкого мальчишки. Сэр Чейни, не горячитесь, все еще можно исправить, наверное. Да, простите мне мою несдержанность. Мы можем отправиться в портал и поискать там остатки книг. Так, это очередной портал, отлично, тогда отправим туда Пола. А мы тем временем попытаемся сопоставить фрагменты истории.
Восстановим городской архив и сможем узнать что-нибудь о воре. Бумажная работа? Ну уж нет, я лучше пойду в этот портал. Ты уверена, Кейт? Там может быть опасно. Не переживай за меня, Пол. Я видела вещи и пострашнее обиженных детей. Наконец-то. Начитали. Смотрите. В полыхах воришка потерял свои мешки. У них внутри дух Рождества. Так, ящичек. Попробуйте собрать немного духа Рождества из красного мешка. Так. Теперь вы можете вернуть праздник жителям города. Нарядить. Собрать. Так, это все понятненько. Вот еще у нас дух Рождества здесь. В двух мешочках потерялся. И сейчас я хочу пройтись, конечно же, здесь, да, и собрать припасы, запасы, потому что наверняка тут есть чем поживиться. Отправиться в портал. А ты все собрала, Виктория? Вот санок всякие я штучки. Я отправлюсь пока. Леденцы, смотри, вот посмотрим, эти. Посмотрим, вот. Где сидит. Угу. Не показывай мне, я свою хочу играть. Играй там и здесь. Хочу собрать все тут эти. Так, это наряжать надо. Вот еще леденцы. Это пока недоступно. Тут получить. Так, вот подарки лежат. Смотри, сколько много подарков. Со снеговичка что-то можно добыть. Вот еще леденцы тут. Саночки. Кто сидит? Ничего себе. Читающий Пол. Пол читает, сидит. Надо его сфоткать, пока он сидит. Иначе потом встанет еще. Так. Тут все у нас, да, это что такое валяется? Тоже что-то можно щелкать. Какие-то вот эти вот штуки. Оп. Наряжаем. Палочка собираем. Ты все собрала, что ли, тут? Нет. Нет? Не собирала, отправилась, что ли, уже? Нет, еще пока. Так, отправляйтесь на тропы истории. Ну ладно. Отправляемся. Отправляемся. Я без тебя не отправляюсь. Нет, да? Со мной хочешь? Угу. Сейчас посмотрим, что там за труп, такие истории интересненькие. Все. О, Вика. Ты зашла, что ли? Чтобы вернуть праздничное настроение в Доусон, вам нужно собрать дух Рождества. Ящичек. Соберите немного духа Рождества, вырубив эту елочную игрушку. Какая елочная игрушка красивая. Вика, смотри, какая красота тут. Угу. Вот она где стоит, я хочу сфоткать. Мы все тут не собрали. Продолжайте вырубать елочные игрушки. Вы сможете вернуть Рождество в Доусон. Так, леденец. Это у нас, видимо, рыбалка будет, рыбка. Потому что, смотри, какая игрушка огромная. 30% рубануть. Книги лежат крупные. Кусь. Вообще крутяк. Так, вы поняли? Хочу. Соберите пыльные страницы. Вот, раз страничка. Так, еще где у нас пыльная страничка? Вот они все здесь. Ну, здесь перехода вроде нету. Смотри. Угу. Целый остров. Так, ладно, это что такое? Соберите обложки книг. Тоже где-то там. А это... Восстановите книги в книжной лавке. Еще. Короче, вот здесь мы будем прыгать, да? Чик-чик-чик. Это потом откроется. Это с 26 декабря. У нас 8 дней на наше исследование. Ладно, поехали. Давай сюда пойдем. Вау, я нашла страницы, смотри. Найди. Колодец какой-то. Еще леденец я нашла. Вот еще один торчит. Ой, не взять. Вот. Найди.
Так, сейчас я вот здесь. Здесь книги у нас загородили. Смотри, вот эта мельница, которая на нашей ферме была, которую мы мололи. Мельник мельницу нашел. Ой, мельник туфельку нашел и на мельнице смолол. Стол какой-то я схватила. Там кузняшка лежала. Ика. Тут шарик. О, я вообще уже все открыла, считай. Смотри. Все срубила, представляешь? Вот еще одна вертушок заработала. Она не работала до этого. Смотри. Да, да. Вот смотри, его надо починить. Я тоже починила уже. А у меня песка нету. Починила я вертушок. Ну-ка, здесь какой-то лабиринт, видимо, будет. О, это что за куст такой? Вот еще один вертушок. Куда? Смотри, какой куст большой. Пробую сейчас его. Может пригодиться. Так. О, открыла, Вика, смотри, еще странички и леденцы. Вот это шар. Ты такой шар когда-нибудь видела? Вот и рыбалка. Вот здесь рыбачить. Где удочку-то взять? Удочку-то? Это вот здесь. Так, удочку и наживочку. А здесь для чего костер? Это готовить рыбку, когда поймаем уже. Так, вот сюда надо, наверное, мне пройти. Посмотри, попробую. Если выполнишь это задание, какую-то книгу получишь. Ну. Ой, мне гравий не хватает. Ну вот. Хотела мельницу починить. А гравия нету. А сюда как мне проникнуть? Отсюда? Не знаю. Пробую здесь. Да, вот смотри, дорожка тут есть. Вот еще. Вот еще. У тебя сколько энергии, а у меня уже нет ни одной. Да, у меня тоже уже кончается. Я пошла сюда. Давайте. Я пошла сюда. Вот этот большой шарик я сшибла. Смотри, тут поворот есть. Вот еще рыбалка. Угу. Теперь сюда пройду. Боковушки. Ой, я нашла книжку какую-то. Подойду поближе и сфоткаюсь. Так, можно еще поближе, пожалуйста? Нет, не идет. Так, ключ к шифру расшифровать. Вау! Фоткать. Это чего такое? С фоткой. Тут тоже сфоткать надо, скорее, я боюсь. Открываем. Так, что-то не открывается, зато подарки тут можно собрать. Так, на сервере идут технические работы. Попробуйте перезагрузить игру. Очень приятно. Очень приятно. У тебя тоже? Угу. Ну вот, теперь экран не работает. Соединение с сервером. Видимо, какие-то обновления пошли. Ладно, девочки, короче, вот такие дела. Чуть позже мы продолжим, как только работа закончится. Сейчас пока давайте перейдем к открытию календариков. Немножко перекусим. Итак, девочки, мы переместились к открытию календарика. Сейчас будем открывать. Кто сегодня выбирает? Я. Эту. Все хотят выбирать. Ну, давайте посчитаем, кто выбирает. Кто первый выбирал? Вика, да? Давай посмотрим. Вика, братик, Вика, братик, Вика, братик, Вика. Мы открыли 6 окошек, теперь сегодня Вика выбирает. Давай, мама, Вика выбирай. Вот это. О, Боже. Чего? Что такое? Какой открываем? Вот это. Вика говорит вот это. Согласен, Сережка? С Викой. Завтра будешь ты выбирать. Все по-честному. Завтра Сережа будет выбирать. По-моему, тут Сникерс, я думаю. Сникерс! Ай, как классно! Знаете, кому пазл? Мне. А, сфоткать еще смотри, надо? Смотри, какая-то елка. Елка?
кусочек. Давайте я сфоткаю. А теперь переходим к Сефорочке. Чего там мне сегодня будет? Какое окошко ты, Вика, напомни-ка мне? 17-е. 17-е. Где у нас? Смотрите, так мало уже осталось. Уже все в дырках. Уже все в дырках. Вот оно. О, это мы думаем, что помада, да? Стойте, что это? Что там такое? Серьезно? Что это? Наклейки. Это же на ногти наклейки. Такой набор. Вот это набор наклеек. Смотрите, какие наклейки. Для маникюра. Красота. О, какие девочки. Сейчас будут так до вечера сидеть. Смотрите. Красота. Девочки. В натуре красивые. Вот как они блестят. Будто бы радуга. Вика, смотри, вот как переливаются. Очаровательные. Супер обалденные. Вау. А завтра что у нас? 18. Где она? Так, завтра мы на эту сторону уже перебираемся. Вот она прям тут. Краешку. Короче, на этой стороне у нас осталось всего два окошка. Это 18 и 19, как раз вот на завтра, на послезавтра. И потом уже остатки мы будем соскребывать с этой стороны. Ой, как жалко, что календарь уже приближается к концу. Жалко, что здесь не 30 дней, да. Вот всего 24. Так что уже скоро-скоро он будет пустой. Но тем не менее... Тем не менее, да, тут красота сегодня нам попалась. Так, где я была? Я была тут. Ходила-бродила. Сюда приходила, да? Вот, собрать хотела вот эти вот подарки. Ты собрала подарки-то? Сундучок. О! Так, у меня гонка выскочила. Гонка? Это мне не надо. Смотри, в шкафах. Книги выпрыгивают. А, я поняла. Эти книги, чтобы в том магазине, ты видела там же, ага, такие же, чтобы туда делать книги. Потом отдавать этому сэру. Давай сюда попробую пройти с краешку. Так, тут чупа-чупсик. Интересно, что тут у нас в углу спрятано. Может быть, что-нибудь интересненькое. Вот листовочки я взяла, опять газетки. Так, теперь мне нужно пройти сюда, да? Попробуем через вот эти вот кусты пролезть. Смотри, в подарок что? Портал. Вика, портал в подарок будет. А что мы будем делать с этим порталом? Как это что поставим? На ферму красиво будет. И потом что сделаем с порталом? Это поставим. Только будет стоять. А это что такое? Еще тортик какой-то вкусный. Да, это торт. А здесь какая награда? Книга. Установите книги. Это какой-то медальончик. Тут что у нас такое? Украсть статую книги. Не хватает. Исследуйте площадь знаний. У меня уже это есть. А я же исследовала уже. Мама, почему? А это что, мам? Мамочка, это что у меня тут? 8. Это будет потом следующий уровень. Так, ты что тут говоришь, делаешь? Сейчас тебе покажу. Сейчас тебе кое-что показать надо. Сейчас покажу тебе кое-что. Нарядись. Вот смотри, у тебя есть такая прилавка? Смотри, вот смотри, на нее нажимаешь, где есть книги? Есть у меня, вот. Вот, и делаешь книги всякие. Книга стихов. Это мне что, сделать надо, что ли? Всякие книжки. А вдруг не надо? Ну-ка.
смотри, вот тут. Смотри, тут тоже такие же. А, я поняла, смотри. Там собираешь в этом мире, потом делаешь тут книги, а потом даешь это вот этому, который на кресле сидит, который читает. Смотри, тут же забор. Да, его надо рубить, я уже пытаюсь. А ты что мне сразу не сказала? Я тебе говорила. Тут всего только 4. Я уже стратила. Посмотрим, что там такое за заборчиком. Срубим заборчик. Вау, хочется вот так сказать. Собираем леденцы на санках. А это что, тоже рубить, что ли? Или не надо? А тут прохода никуда нет. Ой, я зачем нажала-то? Хотела леденец. Стратила энергию. Вот тут мешки как раз стоят хорошенькие. А ты прошла сюда, в этот уголок? А? В этот уголок не пришла? Нет. Я вот с этими трафаретиками как раз на Новый год себе маникюрчик сделаю. Как раз, кстати, мне они попались. Смотрите, у меня вот в такой вот косметичке хранятся мои штучки из календарика. Вот, тоже косметичка Sephora Collection. И еще что попадается мне, у меня находится внутри здесь. И вот эти вот сейчас тоже сюда трафаретики положу. Вот. Еще ничего, кстати, не тестировала, кроме помады. Остальное вот у меня только тенюшки еще сводчила, да? Вот. Детишки там бегают, играют в мячик, поэтому так шумно. Вот, девочки, вот в такой вот косметичке, да, все поместилось пока что.